Химках прошло первое заседание Совета депутатов после избрания. В Совет вошло 25 человек. Их поздравили с назначением и вручили удостоверение депутатов. После торжественной части народные избранники выбрали председателя. Им стал Сергей Малиновский. Заместителем назначен Александр Дринов. Алексей Федоров стал заместителем председателя на непостоянной основе. Совет в обновленном составе продолжит активную работу по решению основных задач в жизни города. Напомним, что именно депутаты принимают решения по бюджету городского округа, планам застройки и другим важным вопросам.